Турция нанесла новые удары по позициям курдов на севере Сирии. Это данные мониторинговой миссии, которая следит за событиями из Бейрута. Сообщается, что сегодня погибли два ополченца. Подтверждение этой информации из других источников пока не приходило. Накануне турецкая армия уже обстреливала из артиллерии позиции, которые занимают сейчас курдские силы самообороны. Несколько дней назад они отбили у террористов из группировки Джабхат ан-Нусра, запрещенной в нашей стране, стратегически важный аэродром к северу от Алеппо. И вот теперь по ним самим наносятся удары. Даже официальный Вашингтон призвал Турцию, которая считается его ближайшим союзником в регионе, цитата, «прекратить такой огонь». Ранее столь жестких заявлений из-за океана в адрес Анкары не звучало.